Сегодня собрались с той целью, чтобы помочь молодым, допустим, дарованием или талантом, которые есть в школе, и чтобы они более развивались в плане футбола, потому что я думаю, что много детей, которые, ну, их не видят, хотя они очень сильны и хотят играть в футбол, просто по некоторым причинам, может, не получается. И да, у нас сегодня собрались и девчонки, и мальчишки. Мы посмотрели, провели конкурсы там, беговые, посмотрели. И да, есть молодые дарования, и им нужно давать шанс. Я думаю, что чем чаще мы будем так собираться, проводить такие мероприятия, и для них будет большой плюс, и для развития футбола в целом в Казахстане.